Полное описание и точно дата выхода 19 серии турецкого сериала «Постучи в мою дверь». 19 серия сериала выйдет в эфир 18 ноября. В новой серии мы увидим, как Серкан и Эда встретились не случайно. И казалось бы, сам Всевышний дает им еще один шанс все исправить. Серкан помнит, что произошло вчера вечером и какие слова он говорил за них. Он несет ответственность. Серкан признался Эдди в любви и сказал, что всегда эти чувства останутся в его сердце. Только Серкан прекрасно помнит, кто для него Эда в самую первую очередь. И тем, что он сказал на этот раз, снова оттолкнул Эду от себя. Эда слишком сложно переживает то, что происходит между ней и Серканом. Серкан просто молчит и ничего не объясняет. И это очень и очень сильно ее злит. Она не понимает, почему Серкан не хочет объяснить причину их расставания, если действительно ее любит. Серкан больше всего испугался того, что будет, если он не уйдет. Как только Эда не просила и не умоляла Серкана все рассказать, но не смогла от него ничего добиться, Селин стала замечать, что происходит между этой парой. И тогда она решает лично все выяснить. Когда в ее руках оказалась важная информация, то она сразу же отправилась к Серкану. Селин ворвалась к нему в кабинет и стала обо всем рассказывать, но при этом совсем не заметила, что там в этот момент находилась Эда. Напомним, 19 серия сериала выйдет в эфир 18 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.